Избили таксиста. Все случилось накануне около 16:00. Известно, что нападавших было двое. Водитель ожидал пассажира и отказался везти случайных попутчиков. Нетрезвые мужчина и женщина затеяли драку. По словам очевидца, они вытащили таксиста из машины, повалили на землю и пинали ногами. Спугнул злоумышленников молодой человек, который проходил мимо, он же и вызвал впоследствии медиков. Водитель в это время уже был без сознания. Сейчас он находится в больнице. Оренбуржец стал виновником смертельного ДТП. Авария произошла в республике Башкортостан на 213-м километре автодороги Уфа-Оренбург. По данным ГИБДД, 32-летний водитель «Лады» нарушил правила дорожного движения и врезался в КАМАЗ, который посыпал трассу песком. После столкновения грузовой автомобиль опрокинулся в кювет и загорелся. В результате ДТП 50-летняя пассажирка «Лады» от полученных травм скончалась на месте. Водитель и еще один пассажир легкового автомобиля, а также водитель КАМАЗа обратились за медицинской помощью. Еще одно дорожное происшествие произошло в Перволодском районе. Как удалось установить инспекторам, водитель «Лады» Калина не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу и въехала в иномарку. Водитель отечественного авто госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка.